Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Популярный актер Дмитрий Сидоров ушел из жизни в возрасте 52 лет. Знаменитости не стало еще в новогодние праздники, но о его смерти целую неделю практически никто не знал. Узнаваемый российский актер, режиссер и артист озвучания Дмитрий Сидоров внезапно ушел из жизни 5 января. Печальную новость поклонникам сообщили друзья покойного. Спустя неделю после смерти артиста в социальных сетях появилось скорбное сообщение о его уходе. Судя по информации в сети, похоронить Сидорова не могли целую неделю. Только сегодня, 12 января, состоялось отпевание в храме Серафима Саровского и прощание. В последний путь звезду сериалов провожали только самые близкие, родные и друзья. Причина столь внезапной кончины Дмитрия Сидорова не сообщается. Напомним, что сниматься актер начал в нулевых. На его счету порядка полусотни проектов. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.